Ух ты! Как же тут глубоко! Да, дядюшка Шер? Да, там и глубоко, и высоко, и даже солнышко видно. Да, да, солнышко красивое, но нам нужно спускаться, иначе мы сможем опоздать к повитушке. Ладно, дядя Шер, спускайся первым. Дядя Шер, что там? Что ты там видишь? Зяку-вяку. Ах ты, зяка! Дядюшка Шер, он хочет на тебя броситься. Мы его подстрелили, дядя Шер. Однако, попрошу заметить, я стал самым благовоспитанным человеком. Фиджет-спиннеры, это круто, чувачки! Я пока! Ладно, дядя Шер, теперь ты должен спускаться вторым, а я первым. Потом будет, короче, разберем. А, тут зяка-бяка, тут еще одна зяка-бяка. Шер, сюда! Да, молодец, миньон, ты его... Все, он стал добрым. Наша магия дружбы стала очень хорошей. Видишь что-нибудь, миньон? Сейчас я еще раз попробую спуститься. Ладно, миньон, ты же все-таки бессмертный, можешь спуститься ты в этот раз первым. Ну ладно, сейчас спущусь. Там как невысоко. А, он упал! А, дядя Шер, что нам делать? Ладно, генерал Шер, с вами все в порядке. Отлично, генерал Шер. Но нам нужно думать, как нам выбраться отсюда. И кажется, я поломал тебе пальчик. Генерал Шер, вы потеряли свой меч. Сейчас подымем, только подождем немножечко. Молодец, генерал Шер, вы подняли свою великую алебарду, или что это? Сабелька? Генерал Шер, я видел то, что у вас есть крылья, мы сможем полететь. Ладно, сначала миньон, потом я. Раз, два, три. Генерал Шер, что там? Я смог подняться. Это же зяка-бяка, переляка, нехорошая собака. Стреляем! Ла-ла-ла-ла-ла-ла, тролли-ля-ля-ля-ля-ля, хоп, хоп. Секундочку, нужно сделать одну вещь. Ладно, передышка закончена. Генерал Шер, спускайтесь первыми. Сейчас я вам дам экспертное мнение. Секундочку. Оп.
Погодите-ка, кажется, это фиджет-спиннер лежит здесь. Да, это он. Сейчас-ка я его как возьму. Сейчас я его возьму. А-а-а, больно! А-а-а, стреляйте в него! Мы смогли справиться. Ладно, сейчас нам нужно спуститься. Теперь я буду первым. Высоко слишком. Потом уберем за вами, дядя Шер. Вы же, надеюсь, надели свои генеральские штаны. Вот и, уже, вот и хорошо. Я вижу здесь веревку. Я спускаюсь по веревочке. Хоп. Хоп, хоп, хоп. А, страшная зяка. А, она летит к вам. Берегитесь. Это был поедатель мыслей о фиджет-спиннеров. Теперь миньон думает то, что фиджет-спиннеры это плохо. Нет. Ну, кажется, к вам он еще раз летит. И он не сможет ужалить дядюшку Шера. Стреляйте в него. Отлично, молодцы, ребята. Поднимите его. И нужно еще раз, чтобы он его укусил его. Пшик. Теперь ты что думаешь о фиджет-спиннерах? Фиджет-спиннер — это крутая штучка для крутых малышей. Отлично, спускаемся по веревочке. Опа. Генерал Шер, вы можете... Опять вы потеряли свою генеральскую саблю, дядя Шер. Бз. Отлично! Ребята, мы узнаем в следующем выпуске Смурфика и Миньона, что здесь произошло, ребята! Пока!